О других новостях. Школа Дарын реализует новые программы. Сегодня в школе для одаренных детей прошел семинар, где собрались учителя и директора школ Караганды. Состояние и перспективы образовательной деятельности – вот что обсуждали участники круглого стола. Школа Дарын реализует основные и дополнительные программы, предусматривает углубленное, профильное, дифференцированное обучение учащихся в соответствии с их склонностями и способностями. Участниками и призерами республиканских международных олимпиад стали более 70% учащихся школ Дарын. Цель данного мероприятия – поделиться опытом с другими школами, говорит организующая сторона. Мы хотели бы представить коллегам республики наш опыт работы по формированию развивающей среды школы, развивающей среды ребенка, поскольку это и есть тема нашей экспериментальной работы. В течение 8 лет школа является лидером в области по результатам ЕНТ. По итогам тестирования в текущем году школа вошла в тройку лучших школ республики, что и радует руководство. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габбасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.